24 октября мы отмечаем День ООН. Это большое событие, я считаю, для всех, коль скоро мы говорим, повторяем, подтверждаем, что ООН сегодня универсальная организация, где максимально можно эффективно отстаивать свои права всем, без исключения суверенным государствам, что это организация, которая работает на основе тех принципов, которые были заложены в устав ООН уже 75 лет почти назад, и она доказывает свою эффективность. Несмотря на то, что, естественно, и критики много, и критических оценок тоже много, но мы считаем по-прежнему, что основа того, что мы делаем во внешней политике, в международных отношениях, она, конечно, это основа, прежде всего, ООН, ее подразделения, ее филиалы. И главное же то, что мы работаем на вот этих принципах международного права и абсолютно не согласны будем с попытками тех, кто хотел бы от этого отступить, заменить эти какими-то эти международные универсальные принципы, закрепленные в уставе ООН, какими-то своими правилами и таким образом создать себе какие-то односторонние преимущества. Ну, кто говорит ООН, тот говорит, соответственно, Совет Безопасности, тот говорит Генеральная Ассамблея. А те вопросы, которые обсуждаются и в Совете Безопасности, и на Генеральной Ассамблее, и этих вопросов десятки, если не сотни, они охватывают все без исключения, и глобальные проблемы, и региональные проблемы, и конфликты. Поэтому я думаю, что и разговор сегодня мы можем строить широко. Может быть, начиная с того, что вот только что была неделя высокого уровня, так называемая традиционная неделя высокого уровня в ООН. Это неделя интенсивных контактов, интенсивной работы. Ее отработала и российская делегация во главе с министром иностранных дел. Десятки встреч, свыше 40, он говорил об этом, мы говорили об этом. Много многосторонних мероприятий. И в результате еще и то, что одновременно мы были председателями Совета Безопасности ООН и проводили важные мероприятия. У всех председателей, которые заступают на эту вахту ежемесячно, у них есть какие-то центральные события. Мы провели два центральных события на министерском уровне. Первое из них 25 числа, это министерское заседание по вопросам того, как региональные организации в лице ШОС, СНГ, ОДКБ противодействуют терроризму. И 26 сентября другое министерское заседание о том, как решать африканские проблемы с акцентом на Африку.